18 июля 2020 год, Харьков. Разбирают круглый рынок. Только что узнал, ты представляешь. Будут сносить, говорят. Капец, вообще. Ай-яй-яй-яй-яй, такое приметное было местечко. Прям спрашивала жена когда-то, что символ Салтовки. Ну здесь на Героев Труда точно круглый рынок. 18 июля 2020 год, Харьков. Целая эпоха уходит. Целая эпоха. И будет здесь сюрприз-сюрприз супермаркет. У меня рядом с домом их в шаговой доступности 9. Чтобы было понятно, насколько нам не хватает супермаркетов. Ну, что сказать. Понятно, что утилитарное все. А это был приметный старичок. Ну, бывает круглый рынок. Прям, честное слово, жаль. Чуть слезы не наворачиваются. Старость, сентиментальность стала.